Со Снежной королевой? Мама, извини. Не, я поняла. У Снежной королевы или тут? Ну, ничего страшного. Давай последний ход. А потом Полина пойдет. Идем сюда, вставай. Иди рядышком с Евой становись. А, уже занято. Подожди, подожди чуть-чуть. Лёшка, у тебя был замечательный утренник, мне очень понравилось. Ты классно выступал, мам, отличные песни, танцы. Ты не услышишь, если я сделаю сложно. Вот так. Нет, не расстроюсь. Не надо так делать, когда залезаешь. Правда? Большой не отвечает.